екі жыл бұрын арнайы жоба ретінде Алматы марафонымен қосылып отырып, сол қаладағы ең көп жүгіретін жерлерді анықтағанбыз. Ол деген Strava деген қосымша бар. Біз сондай бір 5-6 точка анықтап алдық. Бұл дегеніміз ана Ганди паркі, Атакент, одан басқа Алматы арена. Соның бәрін анықтап, біз әкімшілікке ұсыныс жасадық. Көп ақша салмай, әр сондай жерге, сондай арнайы жүгіргенге андай резиновый дорожка жасау. Енді сол бұрынғы спорт басқармасының басшылары негіз келіскен бізбен, бірақ ол жүзеге аспады. Бізге инфраструктура керек. Инфраструктура дегеніміз не? Ол дегеніміз бір үлкен бір миллиардқа соған стадиондар емес. Ол дегеніміз әшін қазіргі бар парктерді, мектептің қасындағы стадиондарды жөндету, жүгіруге айналған осындай жолдар салу. Егер де халық жүгіретін болса, егер халық спортпен айналысатын болса, арнайы жағдай жасап беру керек, мысалы полиция мысалы қойып, ешкім қорықпайтындай, емін-еркін мысалы әйел адамдар кешке шыға алатындай, таң атпай. Ал егер ондай мүмкіншілік болмаса, қараңғыда онда ол да қауіпті. Мысалы жасөспірімдер де спортпен айналыса алмайды. Бізге енді рекомендация ретінде айтады, азан мен көліктер шықпай, жаңағы ауа әлі ластанбай тұрғанда адамның аяғы аз уақытта жүгіріп алынар, немесе кешке жаңағыдай бәрі басылған уақытта деп. Сондықтан көбінесе бізде мысалы алматылықтар бәлкім солай, оның үстіне көбісі жұмыс істейтіндіктен бәлкім солай жүгіретін шығар. Мен білем, көп адам әжетхана іздейді. Бізде әжетханамен өте үлкен проблема. Сіз білесіз, қазір түрлі мемлекеттік тапсырыспен қаланың әр бөлігінде мынандай туалеттер салынған. Бірақ кірсеңіз үнемі жабық болады. Немесе кірсең, мысалы мен Есентай речканың өзенінің бойынан жүгірем, үнемі су жоқ деп жауап қояды. Айтам да, құдай-ау, мына жақта Есентай су ағып отыр ғой. И шынымен өте ыңғайсыз да. То есть можно встать с утра и пробежаться на трамплине Сункар, ты увидишь, встретишь восход. Да, но там, бегая вечером, ты можешь заметить, что там, не знаю, пробежать через пробки, через, не знаю, какие-то районы, захламленные мусором. Ну, город страдает, закрыть на 6 часов, первые 6 часов выходных основные там артерии города, это вот прям все негодуют. Но причем сейчас Алматы марафон, кажется, по-моему, старается это делать с минимальным воздействием на, там, на жителей, кто не бегает, кто никому не интересно, кто куда-то спешит в выходной день. Думаю, удобств для спортсменов нету никак, за исключением каких-то соревнований. Если брать ежедневные прогулки, то элементарно, я думаю, уже не раз вам многие другие сказали, ни одного манежа нету, да, в городе, чтобы бегать зимой. Хотя 2 миллиона человек. Даже если ты бегаешь просто по улице, взять улицу Аль-Фараби, да, там, и многострадальную развязку на Жарокова, по Аль-Фараби ты ее не пересечешь. Тебе придется спускаться вверх, там чуть ли не километр делать, и потом опять вниз, а прямо, ну, нет никаких удобств, не то что для спортсменов, даже для пешеходов нет. Этой зимой только один манеж работал, и то там было только 2 часа с утра до того, как остальные, до того, как студенты там начинают заниматься. Да, да, и, ну, мы как-то еле как успевали укладываться, и это, ну, вот, очень не хватает манежа. В принципе, я думаю, за долгое время там уже сформировалось некое такое взаимное понимание. Автобусы не пугают бегунов. Часто ездящие там автомобилисты не пытаются зажать, прижать, напугать никого. Да, и с пониманием относятся. Плюс вот эта массовость той локации, она начинает влиять на местных жителей. То есть раньше там, ну, ты бегал один, тишина, ну, и все смотрели на тебя, ну, странный, приехал на край города побегать, да, или там у вас пачка бежит, ну, 3-7 человек бежит, да, и типа, знаешь,
что делают, непонятно. Ну и бегают уже 2 часа. Сейчас видно, что ну, с утра ты выходишь на пробежку, где-то к часам к 8, к 7, там старые там Аташки, Ажешки выходят тоже с палочками, кто-то в спортивном костюме, кто-то тоже бегает. Тоже, ну, народ начинает тоже повторять за тобой, тоже понимать, что эта локация приемлема для бега, и они тоже начинают заниматься спортом. Одна из беговых локаций — это Теренкур. Зимой он как бы иногда дорожки чистят, иногда бывает, что там не успевают почистить. Несмотря на это, там люди вытаптывают дорожку, и ты все-таки можешь бегать там, да. Хотя и в городе это такая локация, где немного изолирована от города, то есть... Если я парень, да, то ну, я как-то более-менее уверен и о каких-то проблемах не думаю, но вот, допустим, бегают-то еще и девушки, да, то есть это, наверное, отдельный пласт проблем, когда там, чтобы девушке выйти на пробежку слишком рано или после работы в темное время суток, да, то ей, помимо всего прочего, приходится думать о своей безопасности. Неге жүгіру мектебін аштық? Біздің ойымызша, егер осындай спорт түрлері таралып кетсе, кең таралып кетсе, жасөспірімдердің ішінде, балалардың ішінде, одан кейін профессионалдар да шыға береді, олимпиаданы ұтатындар. Ал егер тек қана сол таланттарға ғана көңіл бөлсек, онда аз болады, онда ешқандай результат болмайды. Онда бізде бәрібір не мәдениет жоқ, спорт мәдениеті. Оны қалыптастыру керек. Негіз мен ойымша соған көңіл бөлу керек та. Әшін бір бөлік-бөлік спортсмендерді спонсор болғанша, оданша жалпы былай жағдай жасап берсең, адам халықтың бір... Мысалы, мына стадион өзінде қанша адам жүгіріп жүр? Ал егер осындай стадиондар көп болса ше, мысалы, әр мектептің қасында бір нормальный стадион бар. Осы оның айналасын дұрыстап жасап берсең.